Повестка дня на заседании Совета депутатов включила в себя несколько тем. Первое – это учредить администрацию Раменского городского округа и утвердить положение администрации Раменского городского округа. Это будет распорядительный орган. Администрация является казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций и действует на основании положений Федерального закона 131 об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Со дня формирования органов местного самоуправления городского округа прекращаются полномочия должностных лиц Раменского муниципального района. Учитывая, что первым вопросом заседания принято решение об учреждении администрации, то есть исполнительно-распорядительного органа, на ваше решение представлен проект решения Совета депутатов о ликвидации администрации Раменского муниципального района Московской области. Указанным решением предлагается ликвидировать муниципальное казенное учреждение администрации Раменского муниципального района Московской области. Для этого предлагается создать ликвидационную комиссию и утвердить положение, которое будет регламентировать полномочия представителей в рамках закона. Коллеги, кто за то, чтобы ликвидировать муниципальное казенное учреждение администрацию Раменского муниципального района Московской области и создать ликвидационную комиссию по ликвидации администрации Раменского муниципального района в составе социального и так далее? Кто за это предложение, прошу голосовать. Следующая тема собрания – это ликвидация администраций городских и сельских поселений. В связи с переходом Раменского района в округ на основании федерального закона были проведены выборы депутатов Совета депутатов и избран глава Раменского городского округа. 22 октября 2019 года Виктор Валентинович Неволин вступил в должность главы Раменского городского округа. В связи с чем все главы городских и сельских поселений прекратили осуществление своих полномочий. Учитывая принятое решение об учреждении администрации Раменского городского округа, все администрации городских и сельских поселений, как органы местного самоуправления поселений, должны быть ликвидированы. В связи с этим единогласно приняли решение о ликвидации 20 администраций городских и сельских поселений, где также будет работать ликвидационная комиссия. План ликвидационных мероприятий составлен в соответствии с Гражданским и Налоговым кодексом Российской Федерации, а также федеральным законодательством, регулирующим порядок ликвидации юридических лиц. Вместо администрации будут организованы муниципальные казенные учреждения, где будут назначены руководители. Главы, которые были избраны депутатами, они должны были освободить должность глав. И, в общем-то, они это и сделали. Назначение НМФУ по 5 территориям уже произошло. Они получили юридические адреса и, по-моему, они печать оформили уже, да? Вот. А сейчас идет процедура оформления в остальных. В принципе, список руководителей на эти НКУ мною согласован, осталось, может быть, одна или две территории, по которым эти кандидатуры обсуждаются. Далее было единогласно принято, что администрация Раменского городского округа является правопреемником администрации Раменского муниципального района. В связи с этим состоится учреждение структуры исполняющих и отраслевых органов. Сергей Григорьев, Елена Цыганова, Ольга Захваткина для программы «Городские вести».